Потом несколько братьев поехали на снегоходе, чтобы подыскать место для крещения. Сегодня трое жителей тундры присоединятся к церкви через крещение. Небольшую площадку очистили от снега, и во льду было вырублено углубление. С разных концов подъезжали немцы с округи, чтобы поприсутствовать во время этого события. И вот настало время крещения. Ты оставляешь нам время исполнить твои заповеди. Благослови это служение и крещаемых. Аминь. Под открытым небом воздали Господу славу и спели гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать». Отрекаешься ли ты от этого грешного мира и от язычества? Да! Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть твой личный Спаситель? Верю. Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. We danken u al grote God voor uw genade ons op deze dag te wezen. Zegen deze zielen opdat hun leven u geheel mag worden toegewijd. Onder de open hemel wordt de Heere dank gezegd en wordt gezongen. Er is niets beter dan met Jezus te leven en eenmaal met Hem te sterven. Het loont zich ons te verontmoedigen, met Hem de strijd aan te gaan, ons leven Hem geheel te geven. На оленьих упряжках мы возвратились к Чуму. Роман призывает поблагодарить Господа в этом служении и помолиться о том, чтобы Он помог сохранить верность, а через хлеб и вино возвестить смерть Господню. Деяния апостолов 12 стих. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Аминь. Слушайте повесть любви в простоте, слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас.